Ну что, вот он мой самый любимый завтрак на свете. Я каждый день начинаю с авокадо-тоста, двух яиц и несколько помидорок. И также у меня всегда рядом зеленый чай. Какой у вас самый любимый завтрак? Напишите мне, пожалуйста. Всем доброе, бодрое утро. Вы на канале Настя Свон. Время сейчас 7 утра. И мы начнем с вами этот день с потрясающей тренировки. Я собираюсь в зал, но перед этим я хотела просто с вами поздороваться, пообщаться. У меня каждый день заведен будильник на 5 утра, и это одно из самых лучших решений, которые я делала. Когда ты просыпаешься рано, ты действительно чувствуешь эту магическую атмосферу и энергетику в воздухе, и ее невозможно передать, ее невозможно описать. Все только начинает пробуждаться, все такое сонное, такое нежное, хрупкое и чистое. И пребывая в этом состоянии с утра, это напитывает меня максимальной энергией, это настраивает меня на день. И у тебя такое потрясающее ощущение того, что у тебя еще впереди столько времени. То есть сейчас 7 утра, но я уже успела прочитать имейлы, позавтракать, ответить, пообщаться со своими близкими, почитать новости. Поэтому не ленитесь, вставайте раньше и начинайте день раньше. Ну а сейчас мы с вами идем на тренировку, и я бы хотела с вами поделиться несколькими самыми эффективными упражнениями на ягодицы, которые реально работают. Поэтому давайте не будем терять время и погнали в зал. Ну что, я уже в зале, давайте начинать тренировку. Самое ленивое состояние с самого начала. Нужно обязательно себя переосилить, перебороть себя, и в конце ты получишь такой кайф от того, что ты все-таки сделал над собой усилие. И когда ты увидишь результат через какое-то время, вот тогда ты точно влюбишься в спорт. Итак, ну что, поехали. Одно из моих самых любимых упражнений на ягодицы, с которого я всегда начинаю, это проходка. Надеваешь вот так резинку ниже колена и делаешь небольшие шаги, разминая и разогревая свои ягодицы. Вы замираете в одной позе и делаете вот такие движения. Тоже очень хорошо разминаются ягодицы, разогреваются, и таким образом вы их подготавливаете к будущим упражнениям. Ну а теперь мое самое любимое упражнение на ягодицы – это ягодичный мостик. Раньше перед карантином я брала 100 паундов, сейчас только 50, но мы потихоньку возвращаемся к этому весу. Все очень осторожно и аккуратно. А почему я очень люблю ягодичный мостик? Потому что у меня не получается делать приседания, и я столько раз пробовала, у меня очень сильно болит задняя часть спины. И это не из-за того, что я делаю технику неправильно. Я делала с тренерами, я пробовала очень много раз. Но дело в том, что у меня просто очень тонкая талия, и моя спина не выдерживает сильной нагрузки. Она потом безумно болит после тренировки, поэтому я делаю ягодичный мостик. В ягодичном мостике ты никаким образом не травмируешь свою спину, ты делаешь исключительно упор на hamstrings и на свои ягодичные мышцы. Поэтому это очень эффективное и классное упражнение. Давайте я вам покажу, как его делать. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Самое главное в этом упражнении, ребят, это mind and body connection. В момент упражнения прям думайте о том, как работает ваша мышца, и у вас все обязательно получится, я вас верю. Yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10-10-10, yeah. Ну что, я только что вышла из зала, я закончила свою тренировку, чувствую себя обалденно, такая приятная усталость, но в то же время куча энергии, и я готова начинать этот день. Я еще буду больше с вами делиться различными упражнениями и лайфхаками по поводу тренировок и не только. Ну а сейчас я бегу в душ и с вами свяжусь в скором времени. Ребята, я сходила в душ после тренировки, оделась, собралась, я взяла с собой компьютер, еду сейчас в шоппинг-молл, потому что мне до трех нужно успеть купить аутфит, который мне посоветовала взять мой менеджер для того, чтобы пройти успешно этот кастинг. И, насколько вы знаете, модельная индустрия, она очень требовательная, очень непредсказуемая, нам нужно стараться. И я считаю, что это правильно в любой сфере, не только в моделинге. Если ты идешь на интервью какое-то на работе, нужно сделать максимально все лучшим образом, чтобы получить эту должность. Поэтому я еду сейчас купить
Посмотрите, ребята, 3 минуты назад ничего не предвещало дождя, было настолько солнечно, и это типичная погода во Флориде. Здесь может гроза начаться сумасшедшая за 3 минуты, но потом через 30 минут снова выйдет солнце, и как будто ничего и не менялось в погоде. А как у вас погода? Расскажите, как у вас лето? Нам пришлось сейчас ехать 20-30 минут из Санкт-Петербурга до Темпы. Это соседний город, я вам о нем уже рассказывала. Здесь все-таки больше различных ресторанов, магазинов, сервисов, поэтому я приехала сейчас сюда и посмотрим, какие здесь есть магазины и какой здесь есть выбор. Ребята, я нашла шорты в Abercrombie & Fitch. Просто зашла в первый магазин, в котором были шорты моего размера, и сейчас попыталась выйти из молла. Вы просто посмотрите, что происходит на улице. Просто ливень сумасшедший. Я не знаю почему, но каждый раз, когда на улице летний ливень, у меня поднимается настроение. У меня только что в ботинки залилась вода, ребят. Время час, нужно скорее пообедать и выдвигаться обратно домой, готовиться к кастингу. Нужно подготовить компьютер, зарядить. Но на обед у меня вот такой боул. Ребята, если в каком-то блюде вы видите в составе соус, то мой вам совет у официанта просить его приносить вот так вот отдельно. И вы тогда сами можете контролировать, насколько у вас полезный получится обед. Пусть и пасмурно, но вы просто посмотрите, какая красота. Меня это прям очень вдохновляет. Через 5 минут я немного волнуюсь. У меня черные каблуки, черные шорты, за которыми я ездила, короткий топ. И на лице у меня ноль косметики, потому что кастинг-директора будут смотреть состояние кожи. Просто держите за меня пальчики и вперед. How old are you? I'm 19. Hey, tell me a little bit about, I think the other guys have met you, a little bit about your... We've been shooting for my book. We did so many test shoots, which gave me an amazing experience. Ну что, ребята, у меня только что закончился кастинг. Я со всеми попрощалась, волновалась, но при этом чувствовала себя уверенной. Посмотрите, что происходит на улице. Совершенно не похоже на Флориду. Я думаю, что сейчас налью себе чашечку чая, расслаблюсь, выдохну и посмотрю какой-нибудь классный фильм. Ну что, уже прошло какое-то время, и дело близится к вечеру, хотя опять выглянуло солнышко, и не скажешь, что вечереет. Я нарезаю сейчас овощи, складываю их в тарелку. У нас внизу в здании есть гриль, я хочу сегодня ужин приготовить на гриле. Я обожаю сама готовить еду, особенно рыбу, но чаще всего я ее готовлю в духовке дома, это очень просто, очень вкусно, но сегодня мы опробуем гриль. Так что я нарезаю здесь разноцветные овощи, складываю их все, и после этого мы с вами отправимся вниз. Ну что, вот так выглядит эта area здесь для гриля, очень удобно. Есть стол, куда можно все поставить. И сейчас потихоньку все будем размещать на гриль, когда он разогреется. Чаще всего вечером ты уже не хочешь никуда выходить, хочешь какой-то комфортной еды дома. Но лето, оно для того и создано, чтобы наполнять его какими-то эмоциями, постоянно разнообразить свои дни. Сейчас, когда лето, погода позволяет, времени предостаточно. Старайтесь больше проводить времени на улице со своими друзьями, со своей семьей, людьми, которых вы любите и которыми вы дорожите. Ну что, неплохо для первого раза. В общем, рыба моя белая. Атмосфера чудесная, время 7:30, но еще даже нет заката. Ну что, время уже близится к ночи, я уже вернулась после прекрасного ужина на свежем воздухе. Сейчас буду умываться, уже успокаиваться и готовиться ко сну. Я чаще всего умываюсь и снимаю макияж вот такими вот салфетками. Многие не поддерживают такой вариант, но я считаю, что это очень удобно. Также после умывания я наношу любимое масло на лицо. После душа я использую свое любимое ши-масло. Оно прекрасно увлажняет кожу. И прямо перед самым сном я брызгаю несколько капель в рот вот такого вот спрея, который помогает успокаиваться.
настраиваться. Он полностью натуральный, и за 10-15 минут он действительно погружает тебя в очень спокойное такое состояние. Так что на этом я буду заканчивать свое видео. Я очень вас благодарю за то, что вы до конца этого видео оставались со мной. Я очень благодарна за любую вашу поддержку. Меня это очень сильно мотивирует стараться дальше, снимать, творить. Желаю вам отличного дня, отличного настроения, и мы с вами очень скоро увидимся. Целую каждого, обнимаю каждого. С вами была ваша Настя Свон.